Нас больше, чем 99%. Ты знаешь, жизнь — это бесценно. Настало время гордо встать на сторону добра. Мы вспомним, о чем мечтали наши пророки. Изменим мир этот жестокий, чтоб не делить напополам, напополам. Мы люди всего мира, нас 99 плюс. Нам надоело это грустная картина, где книжники и фарисеи. Но мы просыпаемся, мы становимся умнее, мы становимся умнее. Мы хотим жить, хватит нас убивать, хватит нас эксплуатировать. Мы люди, мы имеем все права на то, чтобы жить в этом мире, в созидательном обществе на этой планете. Ведь хороших людей 99%. Если надоело, что творится в этом мире, надо строить мир любви. Ведь нас больше, чем 99%. Ты знаешь, жизнь — это бесценно. Настало время гордо встать на сторону добра. Мы вспомним, о чем мечтали наши пророки. Изменим мир этот жестокий, чтоб не делить напополам, напополам. Вдумайся, мы хотим мир, если ты мой брат, если ты миру рад. Наша вера, над нами одно небо, один Бог, жизнь одна и один шанс, один шанс. Услышишь, что к чему рвалась твоя душа, к чему стремился ты, и детство вспомнишь свет надежды. И если каждый вспомнит, не будет мир таким, каким он был прежде. Но кто взглянуть внутри души своей готов освободиться от оков, построить мир, который будет дан нам людям, если вместе захотим. Дано все это будет, дано все это будет. Ведь нас больше, чем 99%. Ты знаешь, жизнь — это бесценно. Настало время гордо встать на сторону добра. Мы вспомним, о чем мечтали наши братья. Но сладок каждый шаг к заветной двери рая. Пророк наш свет, мы светочем и станем. Пускай не догорает пламя, жар любви свободно полыхает. И про лучший мир скорее все узнают. Сможем вместе воплотить 8 основ. Спрошу тебя, насколько ты готов жить, живя, а не теряя почву под ногами. Да будет дух единства с нами, созидательное общество, путеводная звезда. Не будет больше горя никогда. Никогда. С волками быть, поволчьи выть, и учат нас бороться, но нас не учат видеть то, что светит одно солнце для всех людей, и строить новое прекрасное и вечное внутри души. И мир для всех другое строить незачем. Верь своей душе, своим пророкам, своим чувствам. Созидательное общество — это то, что нужно. Построим мир, нам нужен мир. Героем станет тот, кто воплотил мечты пророков, кто гордо встанет за добро, кто правду смело говорить готов. Все хотят мира, нас в процентах 99. Знать, а не верить, надо знать, а не верить. Ведь нас больше, чем 99%. Ты знаешь, жизнь — это бесценно.